Буэнос диас, братва. Ядерный рассвет заряет ваши экраны. Это значит, что мы продолжаем искать детали на какой-то свалке в Бордерлендс. Поэтому садитесь поудобнее, берите ништяки и поехали. Времени у нас немного. В том плане, что... блин, в смысле сбился. Не видно ж ни хрена. Так, сейвилка. Где-то, сука, есть. Блять, что я сделал? Maybe we better, Jay. Not with some special pain.
Есть контакт. Да мать твою. Руки. Holy fuck. Так, этого запинали. Это на продажу. У меня всего одна граната осталась, твою ж мать. Видимо, этот поход за деталями... очень сильно меня поимеет. Ох ты ж! Кто нахуй? Нет, сразу на респаун. Безбашенный качок, это сильно и больно.
Он вроде подгорает, но не подгорает. Что-то я даже заткнулся на некоторое время, увлекшись процессом. Так сказать. Еще один. Сука, все усилия на смарку. Сейчас хуйня из-под коня как спустится ко мне, как даст мне пизды. Сразу нахуй. Добить я его всяко раз не успею. Зачем патроны жру с другой стороны? Блять, гранат-то нет ни одной. Пиздень все это. Не понял, огненный что-то достал? Не, хуй показалось. Так.
что если устроить тупо забег? Что я не понимаю, откуда по мне насыпают? Ну, короче, я так понял, что ДЛС-ки на данном этапе это не наш вариант. Если для оружейки мне потребуется раскачаться до 36-го примерно, то здесь мне будет достаточно, ну, где-то 32. Кто там пуляет? О. Вот это вот я и боялся, что он вылезет где не надо. Что это такое? Патроны в магазине никогда не лишние. Ну-ка. Так. 77 дамаг. Блять, мне все щиты посбивали. Сука, и этот укатился. Ну, блять, даже выбраться не дают. И патронов-то взять негде, ёбаный насрал. Так, минус шилд. Так, блядь. А винтовочка-то шоковая.
Yeah, baby! Так, и теперь... Я его буду изводить. По-другому, потому что никак. Его придется просто тупо брать измором. А, щит, все-таки я облажался. Рад только то, что он остался в одиночестве. Кто там, блядь, еще накидывает? О, это что-то новенькое. Вот мы сейчас патронов подформим. О, граната, неужели? Я еще и квест попутно сейчас добью. Ну, сука! Я вот думаю, хуй все-таки забить. И попробовать пройти дальше по сюжету. Наверное, все-таки хуй забить.
ебучая свалка. Ну, я хоть стволами нормальными разжился. Где? Шо, сдох? Пидорас. Да, бляха-муха. Убейте атлант, и вы узнаете, каково это обладать силой. Стоп, а нахера я это сделал? А, он уже куплен у меня. Охотник. Ах, кражись, ты бусащик. Так, а чё пошёл дам? 468. Короче говоря, с DLC получился банальный облом. Я, получается, просто потратил, ну, полторы, ладно, серии в никуда. Прискорбно, однако.
Но нет, я еще и сундучки обчищу. О! Гнилые СМГ. Парк. Ну хули тут сделаешь. Я уже начинаю засыпать потихоньку. Здравствуйте, Хелена Пирс ждет. Да мне как тут пизды, где она меня ждет. Отправляемся в путь. А теперь прокатимся с ветерком. По сюжету, так по сюжету. Чертовщина какая-то. Да уж, признаю, серия получилась довольно тухленькая. Ну, во-первых, и я немножко не в состоянии. Работать надо, ну... Во-вторых, получилось так, что мы просрали немножко хронометража просто в никуда. Могли бы пойти по сюжету и чуть позже заняться DLC. Зато, с другой стороны, провели разведку. Теперь мы знаем, что... Чтобы нормально заниматься DLS-ками, нам нужно, ну, 35-й примерно. Так что вот так. На этом, как говорится, откланиваюсь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. И до встречи.